Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. Разыскивается мама, которая готова преодолевать трудности вместе. Мы продолжаем рассказывать о воспитанниках Северодвинского дома ребенка. Сегодня речь пойдет о Диме. Мальчик единственный на памяти его учителя, который так усердно работает над собой. Подробнее в следующем сюжете. Еще поднимайся. Подниматься по лестнице Диме сложно. У мальчика проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но пасовать перед трудностями не про него. Наоборот, ребенок самостоятельно кушает, любит ходить и даже бегать. На памяти его учителя он единственный, кто добился подобных успехов. Помогают такие черты характера, как целеустремленность и терпение. У него несколько ограниченных движений правой стороны. Но он работает правой рукой. Я почему прошу всегда делать правую ручку? Потому что правая ручка тоже действует. Мы его просим, и он сам старается. То есть он сам это понимает, что его ручка это хуже действует. И он сам старается. Он у нас очень самостоятельный ребенок. Дима любит все, что можно собирать, и делает это правой рукой. По медицинским показаниям, мальчик и оказался в специализированном доме ребенка. Здесь Дима с рождения. Мама его так и не забрала. Она лишена родительских прав. Сейчас Диме 3 года и 4 месяца. В группе он лидер, помогает младшим детям и взрослым. Любит везде быть первым. Если дают задание, то достаться оно должно именно ему. Он ласковый, и он будет отдавать родителям вот все свое тепло и ласку, и заботу. Если родители будут его любить и заботиться, помогать ему, то и он тоже. Но, естественно, Диме нужны родители, которые бы смогли с ними заниматься. Ну, не только любить, а еще и смогли с ним позаниматься. В воспитании ребенка с проблемами в здоровье поможет государство. Самая выгодная с материальной точки зрения форма устройства – приемная семья. Она образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание. Родителям положено единовременное пособие более 20 тысяч рублей. К тому же ежемесячно они получают деньги на ребенка, плюс вознаграждение за труд. Также им начисляется трудовой стаж. Ребенок носит свою фамилию. Также хочется отметить такой момент, что ребенок имеет право, который проживает в приемной семье или находится под опекой, имеет право на поддержание контактов с кровными родителями, родственниками. Приемный родитель, опять же, ну, в данном случае, он, наверное, тоже смотрит, насколько это не противоречит интересам ребенка. Все это время родителям помогают органы опеки. В доме ребенка уверены, Дима найдет себе маму. Ведь наверняка в городе есть человек, который готов преодолевать трудности вместе. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Пока. Пока.